А зараз настав час для спілкування із гостем студії. Сьогодні до нас завітав Юрій Фесенко, директор газопромислового управління «Шебелинкогазвидобування». Енергетична незалежність – одне з найгостріших питань сьогодні для України. Тож, сподіваюся, розмова буде цікавою. Юрій Леонідович, рад вас привітати. Добрий день. Главная задача, с какой приехали на Днепропетровщину, хотелось бы услышать. Днепропетровская область является одной из газовых областей Украины. Она стоит на четвертом месте в общем порядке по добыче, по ресурсной базе, по добыче газа. Поэтому она представляет определенный интерес, серьезный интерес для компании «Угроздобывания». И сегодня мы приехали в Днепропетровскую область провести конференцию, интересную конференцию по развитию, по привлечению бизнеса в выпуск продукции для нефтегазового комплекса. И обговорили много вопросов, которые совместно мы будем решать вместе с областной государственной администрацией, областным советом и вместе с местным бизнесом. Сегодня мы приглашаем в компанию всех, для того, чтобы вот то, что прозвучало из ваших уст, быстрее сделать нашу страну энергонезависимой. У нас все есть возможности для этого. Вот состоялся сегодня открытый конкретный разговор с конкретными предложениями, которые, я уверен, перерастет уже в конструктивное действие. Давайте поговорим немножко о статистике. 2017 год, Укргаз добыча, ну, по сути дела, 24-годовой рекорд по добыче газа. Как это произошло, в каких цифрах, что можно рассказать? Давайте об этом более детально. Откровенно говоря, за 23 года нашей независимости задача конкретная ни разу и не ставилась сделать страну энергонезависимой. Не было такой задачи, ее никто не слышал. Впервые, вот 2 года назад, была поставлена конкретная задача, разработана программа 2020. И сегодня команда, которая пришла, команда молодых, перспективных менеджеров, которая пришла в Угроздобычу и возглавила Угроздобычу, реализует эту программу. И реализует, надо сказать, успешно. Результатом тому и есть как раз вот 2017 год. Это рекорд за последние 24 года нашей независимости. 15 миллиардов 250 миллионов. Это тяжелый, кропотливый труд всего коллектива. Коллектив больше 21 тысячи угроздобыч. Составляющих много. И модернизация, и организация, и оптимизация численности. То есть мы привлекаем сегодня совершенно по другим критериям специалистов и менеджеров. Серьезным образом подошли к новым технологиям. Обновили парк. Практически 1000 единиц новой спецтехники и техники мы получили за последний год. Применяем новые технологии сегодня успешно. Вот все это общие усилия и дали такой результат. Можно сейчас с уверенностью сказать, что Укргаздобыча научилась тоже считать деньги? Ведь вы сами перед этим несколько минут назад сказали, что задачи никто не ставил, значит так, на плаву и здорово. Наверное, будет правильно так. Угроздобыча, может, и до этого умела считать деньги, только не совсем правильно они, может, были там использованы. Это другой вопрос. Но как раз в этом проблем нет. Надо научиться зарабатывать деньги. А считать, это уже второй вопрос. Но вот сегодня мы 2017 год закончили с результатом, который позволил заплатить в бюджет 50,5 миллиардов гривен. Вот как вы считаете, научились? Наверное, научились. Вот. Ну, другой подход стал и государство. То есть совершенно другой подход. Сегодня мы не чувствуем себя как бы сиротами. У нас сегодня все четко идет, все в унисон. То есть законы принимаются, которые позволяют нам развиваться. Законы принимаются такие, которые дают возможность нам развиваться. И последний вот закон принят о изменении к кодексу, бюджетному кодексу по рентной плате. Вот сегодня 5% остается на местах рентной платы. Это очень значительные, серьезные суммы. Сегодня у нас есть еще трудности, но нет уже непреодолимых барьеров по получению сегодня спецразрешений на использование
недр, на изучение недр. То есть пока еще трудности есть. Ну, понятно, не все сразу делается. Но если учесть, что с 6 по 14 год мы не получили ни одного спецразрешения, а за с 14 года по 17 получили 30, то вот вам налицо все. Ну, а вы же понимаете, что спецразрешение, начинается все. Наращивание ресурсной базы, это изучение недр, это разведка, это эксплуатационное бурение следом идет, и как следствие наращивание ресурсной базы и увеличение добычи. Все, тут техника совершенно простая. Не могу не спросить, вот в вашей сфере, в процентном содержании, коррупционная составляющая, ведь наверняка вы как специалист понимаете, о чем идет речь. Я понимаю, о чем идет речь, но сегодня я должен вам сказать так. Вот, не проводятся сегодня какие-то подковерные тендеры, нету у нас это. Это отсутствует на 100%. Значит, есть единая площадка «Прозора», и через площадку мы работаем. И, по сути дела, все вопросы, которые витали в воздухе, там, ну, мы понимаем, о чем мы говорим, они сегодня давным-давно уже прекратили существовать. Поэтому... Ну, мне как для руководителя самого крупного предприятия, самого крупного филиала газодобывающего, это, ну... Ну, легче работать. Нет проблем. Легче да. работать. То есть у меня нет сегодня никаких там, знаете, левых предложений, это всюду. Ну, все это вокруг нефтегазового комплекса, вы знаете, всегда. Ну, всегда было так. Сегодня этого ничего нет. Сегодня главная задача – добывать газ. И 4000-й коллектив Шебелинки с этим справляется... Результат тому вот, прошлый год. 8 миллиардов с половиной мы добыли газа. Одно предприятие. И в том числе и месторождение, 11 месторождений, которые мы разрабатываем в Днепропетровской области. Если говорить именно о вашем подразделении, с какими предприятиями и городами Днепропетровщины вы больше всего контактируете? Днепропетровск всегда был у нас нашим... коллегой, все предприятия Днепропетровска, ну, все, не все, а те, которые нас интересуют, те, которые мы можем, продукцию которых мы можем использовать в своем развитии. Во-первых, это трубные заводы, все это Интерпайп в основном, все обсадные трубы буровые, буровые инструменты, насосно-компрессорные трубы в огромных количествах, это все поставка идет с Днепропетровской области. То есть 75% трубной продукции и проката 75% от общей потребности – это Днепропетровск. Это серьезные цифры. Это цифры исчисляются не миллионами, а миллиардами. То есть в районе вот, 4 миллиардов у нас идут закупки в целом по компании. Давайте поговорим о перспективах. То есть стратегическая программа 2020, она заявлена. А вот на практике, когда мы станем действительно энергонезависимыми в вопросах хотя бы газодобычи? На практике, а это уже происходит на практике, по сути дела. Сегодня вот тот темп, который мы наметили до 2020 года, мы его сегодня соблюдаем. То есть даже с обережением. У нас на 2018 год, вообще-то по нашей программе 2020, у нас намечено 15800-16. 15800 миллиардов, 16. А мы себе поставили в проект плана 16,5. То есть мы идем даже с опережением. Конечно. Самое главное, заложен фундамент. Уже заложен. Это новые лицензии, это обновление парка спецтехники, обновление оборудования, производственное оборудование, которое ну, лежит в основе всего, и подготовка людей. Сегодня эти все вопросы, они сегодня выполняются. Ну, собственно говоря, у нас осталось 30 секунд эфирного времени. Можете обратиться к тем, кто хотят вас услышать, потенциальным партнерам. Да, я обращаюсь ко всем людям, которые живут в Днепропетровской области. Я считаю вас за партнеров. Чем быстрее мы будем производить разведку, чем быстрее мы будем получать разрешительные документы, тем выгоднее будет для всех. Потому что 5% от добычи ренты – это очень серьезные цифры. И напоследок, вот только на 2018 год отчисление от ренты по всем уровням бюджетов ожидается в районе 45-48 миллионов. Вот. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Спасибо. Глядачам 9 каналу. Нагадаю, що у нас у гостях був Юрій Фесенко, директор газопромислового управління «Шебелинкогазвидобування».